Всем добрый день. Я пошла в магазин. Мне надо купить сардельки девчонкам. Сегодня они идут в поход опять с площадкой. И надо купить что-то им. Сардельки, огурчиков, может, помидорчиков. Питье какое-то взять им с собой. И вот пошла в магазин. Ладно, идем. Так, дорогие друзья, пришла я с магазина. Что-то камера криво стоит. Пытаюсь выпрямить. Все нормально. Что я купила и девочкам в поход, и себе домой. На первую очередь две булки хлеба. Гренадер сейчас им один. Два штуки здесь. Дальше. Потом вот такие вот сосиски взяла. И как-то я покупала, мне понравились вот такие вот сосиски. Один плюс один. За две упаковочки тут получается 12 штучек. 163 рубля. А эти по 200 с чем-то рублей. Не помню точно сколько. Так, и взяла сейчас перекусить им пирог с капустой. Дальше что взяла им с собой? Питье. Лимонад опять. Морковку корейскую купила. И 2 литра молока. Ой, господи, Василиса! Или кто это? Да. Господи, я аж испугалась. Вот такие вот в целом все покупки. Сейчас приготовлю все девчонкам и покажу более подробно, что они с собой возьмут. Так, что дам с собой девчонкам? Хлеб, сосиски, потому что они их будут на костре жарить. Тут 6 штучек, как раз 7 по 2. 3 помидорки, 3 огурчика, ну и лимонад 1,5-литровую бутылочку. Сейчас все это в хлеб, в пакет положим и все. Ну и еще тут вот доедят, наверное, свои снеки, груши. Что у них тут еще осталось? Яблоки, персики. Вчера делала, вот они. Тут а что, нектарины еще есть. А киви, бананы, это они уже все съели. Грушу почти съели. Тут штучки 2, наверное, осталось. Сказали, мама еще сделает. Поэтому будем делать скоро. Ладно, дорогие друзья, вот такое вот утром. Почему такая уставшая, невеселая? Потому что Ваня заболел. Ваня тут предыдущую ночь, он температура у него 39 с лишним была, я всю ночь не спала. И сегодня всю ночь он плохо спал, у него 37,4 было, ну вот, плохо спал. Каждые, наверное, 15 минут он просыпался, мама пить, мама, я не хочу спать. И вот так вот всю ночь, я уже вторую ночь путем не сплю. Устала, конечно, уже от этого. Ну ничего. Сегодня еще что-то Оксана вырубала ночью. Что случилось с ней, я вообще не понимаю. Это вообще какой-то ужас. Я ее ночью встала, все сделала, и она опять дальше потом спать легла. И, короче, я вот так вот вторую ночь уже скачу. Ничего. Всем желаем крепкого здоровья. Берегите себя, берегите своих знакомых. Сходила на почту, вся промокла. Отправляла посылку подписчице своей с улетятами на канале «Жизнь с домашними животными». Вы сможете получше узнать, кому и что. А в целом, сходила на почту, промокла вся, как суслик. Вся сырая. Ну, ничего, сейчас высохнет. Сегодня мне надо еще съездить в город. Кое-что купить. Об этом подробно уже будет известно чуть попозже. Короче, вещь, которую мечтал ребенок, я сегодня куплю. Но если она мне понравится, я как бы забронировала до вечера и вечером пойду проверю. Если понравится, то значит куплю. Вот такие вот дела. На улице дождик моросит. Ура! Помните, я вам говорила, что я хочу детям уши проколоть? Вот сегодня я списалась с девушкой, которая прокалывает уши. Она мне сказала, 700 рублей один ребенок. С сережками, если сразу. Потому что у меня нет сережек сейчас своих. Нет, у меня есть детские, но они серебряные. Я боюсь, что уши загнут. А там медицинский сплав. Пускай уж она ими прокалывает, раз делает. Получается, у меня хотят проколоть Маша, Катя, Света. 200. Вот сейчас договорюсь с ней, чтобы к ней приехать, и будем прокалывать ребятишкам уши. Марину, Оксану я пока прокалывать не хочу. Они, мне кажется, еще маленькие. Пока бы этих проколоть. Потому что я обещала им, что мы летом обязательно проколем ушки.
И вот жду, спишемся, и вот потом поедем прокалывать с ними ушками. Потому что спрашивали как-то меня, сколько будет стоить на одного ребенка. Вот получается троих 200. Вот так вот. Напишите, сколько у вас проколка ушей стоит. Мне вот будет тоже ради интереса, просто будет интересно, сколько у вас будет стоить проколка ушей. И вот получается, я нынче проколю Маше, Кате и Свете. Пока. А потом надо будет еще Оксе и Марине прокалывать. Ну, не сейчас, мне кажется, они еще маленькие. Мариночка испугаться может, плакать будет. Поэтому нет. Потом двоим еще, вот пока старшим прокалывать буду. Пишите, что думаете об этом. Хотя мне уже все равно. Ладно, вот такие вот дела. Ребята пришли с площадки. Сегодня у вас что, Маша, последний день был? И принесли вот такие вот сладости. Говорит, им на каждого, ну вот получается у нас Оксана, Маша, Катя ходила. Печеньки также тут вот. Ореховый вкус и кокосовый. Ой, я обожаю кокосовый. Потом вот такие вот три вафельки. И вот Маша с Оксаной соки еще свои не выпили. На, Маша, Оксана. А Катя уже выпила свой сок. Вот такие вот вкусняшки сегодня они получили. Я поехала в город по делам. Мне надо кое-что взять, кое-что сделать. Так, по мелочи. Из зоомагазина зайти для кое-какую траву еще прикупить. Ладно, едем. Погода замечательная. И мы идем с вами на автобус. Купили Маше кепку. Покажи, Машка. С инициалом буква М. Дальше идем. Сейчас идем. Здесь мимо полиции прошли. И идем, надо посмотреть Акулетту. Все, дорогие, забрали. Да, Маш, покажи. Вот так вот. Ну, в пакете потом дома, да, подробно покажем. Довольно? Будете сейчас брямкать дома, да? Мамины нервы. Все, идем. Дети счастливы, это главное. Ну, для меня это главное, для вас не знаю как, а для меня самое главное. Дети просили ее, они увидали, мам, ну купи, мам. Я говорю, ладно, сразу написала, забронировала и сегодня забрали. Ладно, идем домой. Дорогие мои друзья, съездила я в город, ну давайте первое, что я покажу. О чем? Света, иди сюда. Больше мечтала Свет, но это, по идее, не только для нее, это для всех. Как думаешь, что здесь? Акулетта. Мы ее увидели в группе, с рук продавали. Новая Вася! У меня тут Вася в пакет лезет, она чует корм. Новая она стоит около 3000, мы ее смогли купить за 1000. Вот такая вот она, небольшая, маленькая. На чехле, правда, замок сломался, но потом девочки сделают. На, это на всех, сразу говорю. Также Маша себе выбрала кепку, вот такая вот. Скажите, похоже букву на М, хотя тут Н и В. На, Маш, держи, убирай свою кепку сразу. А, тут питье, думаю, что такое еще здесь. Также купили 2 литра молока. Так, это для аквариума тут все купили. Также купили кукурузный наполнитель. Мне надо вот для этой лысой дуры. И вот она что чует. У нее корм закончился. Василиса, ты не то взяла. Дура, ты наполнитель жрешь. Ой, чеканутая. Давай, давай, давай я тебе открою. Вась, 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 на, на, на. Все, все. Чокнутая кошка. И также у меня есть подарки для девчонок именно. Сейчас покажу. Для школьников. Так. Вот такая клубничка. А, вот такая вот. Ананас это Машин. И вот такая вот. Выбирай, Оксана, себе какую. Оксана берет клубничку. Катя какую? Катя берет вот такую, а это отдайте Свете. Это
Ластики вам в школу. Василиса, ну ты совсем уже чеканутая. У нас кошка любитель сухого корма, но она иногда берега путает, причем капитально. У нее вчера закончился сухой корм. И она прям без сухого корма аж не может. Все, дорогие друзья, вот такие вот цены, все покупки. Если вам понравилось, ставьте лайки. Напишите, что вы думаете насчет акулета. Опять то, что я деньги потратила на детей, акулеты купила. Ну, вот такой вот я человек. Купила, да, ребенку акулету. Они довольно пошли уже брякать. А тут я еще губку купила. Две разные губки для аквариума. У нас фильтрация плохая, я купила другие. Посмотрим, что получится. Ладно, вот такие вот покупки все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.